Сегодня руководители общественных объединений, школ и музеев собрались в столице, чтобы обсудить перспективы патриотического воспитания. Свои силы в этом деле объединили два министерства – образования и обороны. Уроки мужества, спартакиады по многоборью, встречи с ветеранами войны и экскурсии по местам воинской славы – все это помогает ребятам понять героическое прошлое и оценить мирное настоящее. Кроме этого, школьники вместе с военнослужащими ухаживают за воинскими захоронениями и памятниками, навещают ветеранов. Основная задача, которая стоит на сегодняшний день перед Министерством образования, да и, наверное, и перед Министерством обороны, это воспитать не просто человека, не просто дать ему знания, а воспитать гражданина и патриота. Поэтому будет ряд секций, будет обсужден лучший опыт, который можно будет перенять другим организациям. Общественные объединения поделятся своим опытом. Сегодня завершается республиканский месячник военно-патриотической работы, посвященный столетию вооруженных сил. Юбилей – это повод еще раз выразить свое уважение всем защитникам и вспомнить о примерах мужества.